Nelson, you need to be talking to your state, the agency, the state, that name is. Проблема с которой я поставил, которую должен решить мой совет, это неэффективность акций сбора вещей для социальных организаций, каких-то геронтологических центров и там, ну, дома и технологий. Немного поясню, почему я считаю, не, во-первых, они проходят не так часто, как хотелось бы, а во-вторых, у них нет целенаправленности, потому что все вещи, которые собираются, они, как правило, дают в, без какого-нибудь организации, просто дают организацию. Понятно, что организация рада любой помощи, но все-таки хотелось бы как-то наладить этот процесс, чтобы организация получала именно те вещи, которые ей фактически нужны. Вот это пример акция, которую проводит Пермский государственный научный сервис университет, и в частности, как это социальная работа, на которой я обучаюсь. Я участник, как такой вариант акции. Акция называется «Доброе сердце». Вот вы можете видеть, сколько вещей собирается, да? И как потом все это происходит, я могу вам сказать, что это вещи очень долго доставляются при этой организации, потому что все делается на волонтерской организации, и не всегда у людей, это как правило маленькие команды, которые все это организуют, и не всегда у людей есть время и средства, транспорт, чтобы доставить это в кратчайшие сроки. Мой сайт предполагает, что цель сайта, да, это улучшить систему взаимодействия, ключевое слово взаимодействия между благотворительностью, то есть улучшить систему взаимодействия между человеком, обычным человеком, который хочет пожертвовать какую-либо вещь на благотворительность и организацию. Как я вижу себе это? То есть создается сайт определенный по типу Авито, куда люди выкладывают фотографии вещей. И, ну, они хотят пожертвовать эти вещи. Также, ну, определенная регистрация людей на сайте. И также регистрируются организации. Организации регистрируются отдельно, у них определенный спектр, который там, ну, различается, то есть спектр действия организации на этом сайте, спектр действия человека на этом сайте будет различаться. То есть, допустим, если у человека будет там кнопка, грубо говоря, пожертвовать, то у организации будет, грубо говоря, кнопка принять пожертвование. Вот. Далее. Благодаря этому сайту, как я вижу, в дальнейшем развитии уже также можно будет организовать акции. Но акции уже будут не спонтанные, а уже более организованные, более структурированные, благодаря сайту. Все-таки это ресурс, и ресурс будет работать, как я считаю. Далее. Ну, на базе, я нашел сайт Друда, да, который, ну, в качестве, да, голосования шло, мне присылали комментарии, что вроде существует такое. Ну, я считаю, что качественное отличие это то, что Друда там просто люди обмениваются вещами, по сути, то есть дарение происходит. В моей же идее происходит именно благотворительность, именно организация, которые нуждаются в этом, а не просто люди, которые не хотят это взять. Обычные люди на моем сайте, ну, сайт, который я хочу разработать, не смогут принять вещи. Принимают вещи только организации. Может возникнуть резонный вопрос, как будет взаимодействие с организациями, то есть как выйти на организации. Все это делается, ну, не сказать, что очень просто, но благодаря тому, что я уже на каждой социальной работе в своем университете, я знаю, что через мою кафедру можно выйти на Министерство социального развития, которое оповестит все организации, ну, грубо говоря, на начальном этапе Перми и Пермского края, где я проживаю. Оно оповестит их, и я думаю, что они не будут против участвовать, то есть они будут зарегистрированы. Вот. В принципе, это, ну, тестовый вариант слогана сайта и тестовый вариант выведения сайта. Ну, как я вижу, пока более ничего оригинального я более не придумал. Вот, если есть вопросы, то спросите, не мешайте.